Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар-Аллах», признанного США террористической организацией, нанесли удар баллистической ракетой «Палестина» по военной цели в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сария в эфире принадлежащего хуситам телеканала «Аль-Масира». Сария заявил, что баллистическая ракета «Палестина» была использована хуситами впервые, ее характеристики неизвестны. Представитель поддерживаемой Ираном группировки утверждает, что ракета достигла своей цели. Ранее Цахал заявил о перехвате ракеты в небе над Красным морем. Как сообщила армейская пресс-служба, перехват осуществлялся с использованием противоракетной системы «Хец», передает ТАСС. После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут совершать атаки на территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-аль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.